В октябре произошло ЧП на заводе по производству подсолнечного масла. Из-за отравления неизвестным газом пострадали 5 человек, а 62-летний главный инженер предприятия скончался на месте до приезда врачей. Инспекторы по труду сейчас выясняют детали произошедшего. Это завод по производству подсолнечного масла в Актобе, где произошло ЧП. Журналистов на территорию предприятия не пустили и от общения отказались. А вот в инспекции по труду охотно рассказали, что произошла утечка неизвестного вещества. Отравились 5 человек. 62-летний главный инженер предприятия скончался на месте. Еще одному работнику понадобилась госпитализация. Остальным оказали помощь на месте. Данный несчастный случай произошел в цехе очистных сооружений, то есть который не имеет прямого непосредственного отношения к производству масла. Люди, вероятно, отравились газом. Опять же, хочу подчеркнуть, что каким газом, это нам дадут уже специалистов. Все нужные замеры на заводе проведены, осталось ждать результатов, которые должны объяснить происхождение неизвестного газа на производстве. Что касается второго пострадавшего, 31-летнего инженера-эколога, мужчину из реанимационного отделения перевели в терапевтическое. Выставлен был диагноз ингаляционное отравление сероводородом. На сегодня состояние его ближе к удовлетворительному. Лечение продолжает получать. И думаю, к концу недели мы, наверное, его будем выписывать. На предприятии говорят, что производство работает в обычном режиме и никакой угрозы для жизни людей нет. Всего в Актюбинской области с начала года был 21 несчастный случай на производстве. Пострадали 28 человек, трое погибли. Эльмира Ержанова, Аслыхан Бекенов, Информбюро, Актобе.